Добрий вечір, друзі. Це програма «Вперед, Миколаїв». Сьогодні ми говоримо з вами про футбол. Минулого тижня муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» дізнався свого чергового суперника по матчам розіграшу Кубку України з футболу. У 1/16 фіналу ми зіграємо з друголіговою командою Вінницькою Нивою. Матчі цього етапу Кубку України відбудуться вже в вересні. Також у команді з'явився новічок. Це захисник Олексій Пінчук, який перейшов до муніципального футбольного клубу «Миколаїв» з Рівненського «Вереса». І, звичайно, матч, який наша команда зіграла 20 серпня на центральному міському стадіоні. Суперником був Арсенал Киев. Перед этим поединком в активе нашей команды было всего одно очко и ноль в графе забитые мячи, поэтому победа была просто необходима. Из-за повреждения не смог принять участие в матче основной опорный полузащитник Виталий Момот, так что тренерскому штабу пришлось продолжить свой эксперимент с Дмитрием Кошеляком на месте опорника. В целом стартовый состав нашей команды выглядел так: Чумак в воротах, Сокол, Назаренко, Булычев, Сартина, оборона, Кошелюк, Батюшин, Ковалев, Муховиков, Рогозинский, Берко. С первых минут МФК завладел инициативой, но до ударов по воротам Арсенала дело доходило редко. На 10-й минуте шанс у Муховикова. Богдан Сокол вбросил мяч из аута в район вратарской. Ни Берко, ни Батюшин до мяча не дотянулись. Получилось пробить у Муховикова, но и защитники вратарь к этому удару были готовы. В одной из своих контратак могли открыть счет и гости. Кизилатеш навесил в штрафную, Литовчак откликнулся на эту передачу, но на месте Чумак. На 15-й минуте момент у Николаева. На левом фланге Сартина, Муховиков и Ковалев разыграли неплохую комбинацию. Андрей здорово ушел от защитников и отдал пас на Берко. У Виктора удар не получился, зато получился удар у набежавшего Батюшина. Ситала выручил. Далее в первом тайме моменты только у Арсенала. Кизилатеш здорово в штрафную на Черненко. Опасный прострел. Повезло, что Литовчак не понял партнера. Назаренко ошибся с передачей и отдал мяч прямо на Кизилатеша. Тот штрафную на Семчука. Удар, и чудом мяч не залетает в сетку. 0-0, конец первого тайма, в котором ближе к тому, чтобы забить, был все-таки Арсенал. В перерыве, скорее всего, разговор в раздевалке Корабелов состоялся серьезный, потому что со стартовых минут второго тайма Николаев добавил и стал создавать у ворот гостей момент за моментом. На 54-й минуте Юрий Батюшин пробивал по воротам метров с 25, и после нескольких рикошетов мяч оказался у Берко. Виктору таким подарком не дал воспользоваться Ситала. А вот следующим шансом Виктор воспользовался сполна. Рогозинский в центре поля обыграл защитника и отдал шикарный пас на Берко. Виктор ворвался в штрафную и забил. 57-я минута, 1-0. И думается, у всех, включая Берко, в голове звучала одна фраза: «Наконец-то». В целом и дальше Николаев контролировал ход встречи. Арсенал лишь со стандартов мог создать что-то опасное. Дважды после ударов со штрафных пришлось выручать Чумаку. Сначала после удара Билова, а затем Черненко. И дважды наш вратарь был надежен. На 65-й минуте отличный шанс, чтобы увеличить счет, не использовал Николаев. Но комбинация была шикарна. Муховиков на Берко, Виктор в стиле Ибрагимовича на Ковалева, Андрей не менее эффектно пробил. Жаль, над перекладиной. Далее Берко здорово ушел от соперника и прострелил. В последний момент центрбэк гостей не дал Рогозинскому забить. Еще более обидным стал тот факт, что когда защита МФК на мгновение потеряла концентрацию, Арсенал сравнял. После того, как киевляне вбросили аут, мяч транзитом через Семчука попал к Кизилатешу, а тот просто прострелил на никем не прикрытого Майданевича. Попасть в пустые ворота с метра ему труда не составило. 1-1 на 74-й минуте. Николаев стал нагнетать, так как даже ничья бы в этом матче нас не устроила. Но вот в завершающей стадии игра у команды в последние 15 минут не клеилась. Еще и Арсенал стал острее контратаковать. Так, после передачи с левого фланга Эссеола выиграл позицию и пробил с нескольких метров. Стойко. Да, повезло в этой ситуации Николаеву, хотя 1-2 это было бы уже совсем несправедливо. Оставалось несколько минут и стало понятно, что все идет к ничьей. Но так не думал Валерий Рогозинский. Сначала, обыграв нескольких защитников, наш 78-й номер пробил. Немного не точно. А на 94-й минуте, после того, как Николаев заработал очередной штрафной, последним шансом в поединке команда воспользовалась сполна. Батюшин подал на дальнюю, Рогозинский на пару с Пинчуком выбрали мяч, и тот оказался у Саркисяна. ВГ вернул на Рогозинского, и Валерий забил, став героем матча. Тренера нас попросили больше прессинговать, ну, то есть, чтобы не дали разыграть, и побольше острых передач, чтобы мы не возились мяч, не играли держание, а все-таки передачи шли вперед с обострением. В принципе, что у нас и получилось сделать, я, в принципе, доволен. Пацаны все молодцы, старались. То есть, я думаю, мы болельщикам показали, что мы можем играть в футбол. И прежде всего тренерам доказали, что все-таки у нас есть команда.
Ну, показалось, что это наигранная комбинация. Пару раз так в первом тайме вы пробовали разыграть стандарт. Ну да, мне сказали забегать на дальнюю штангу. В принципе, что и получилось. Пошла передача, я скинул, в АГ скинул мне идеально, мне осталось только переправить мяч в ворота. Ну, успехов вам, Валерий, побольше забитых мячей. Спасибо большое. Спасибо, Валерий. Что ж, 2-1, первый забитый мяч и первая победа в сезоне. И очень откровенный послематчевый комментарий тренера. Установка была на игру с первых минут, прессинг. Накрывать на их половине поля, не дать выйти. Ну, сделали все прямо наоборот. Так, не так, как простили, не так, как хотелось бы. Не так, как говорили. Оборона. У нас проблема серьезная. Я не знаю, как мы вообще из этой проблемы будем выходить. Пригласить мы никого не можем. Научить правильно играть за месяц не научишь. Если у нас каждых полгода будут уходить по 4, по 5 футболистов с основного состава, команду мы не сделаем никогда, ее никто никогда не сделает. И просто в такие моменты хочется все бросить, даже при том всем, что команда выиграла. И я просто не вижу, как играть, если мы не можем нормально выйти из обороны, потому что там есть серьезные проблемы. Только ждать, когда вернется Любчак, и тогда Булычева переместить на фланг. Тогда у нас появятся фланговые проходы, забегания, передачи с фланга. Только так. Я просто другого выхода не вижу. Еще один вариант – это Сантропинский, который тоже может появиться там недели 2-3. Но это надо ждать. Ждать, понятно, никто не хочет. Все хотят, чтобы команда сразу с первых туров вышла на первое место. И просто без ничего, без тренировочного поля, без формы, без экипировки, без нормального автобуса, без просто шла в лидерах. Я думаю, вообще надо будет по этому поводу сделать отдельное интервью и просто все рассказать. Видели, как мяч прыгает на футбольном поле. Его просто остановить невозможно. Потому что спрашивают, почему вы на выезде играете лучше. Потому что на выезде нормальное футбольное поле, где можно катать мяч, контролировать, сделать какую-то передачу. Видели, сегодня ошибались все. Даже те, кто может принять мяч нормально, сделать нормальную передачу. Муховиков, Булычев, Батюшин, Рогозинский. Для них это не проблема. Но они тоже привозили, сами себе создавали опасные моменты, потому что голову поднять нельзя на этом футбольном поле. Потому что ты потеряешь мяч, он подпрыгнет через ногу, перепрыгнет, и будут проблемы. Это не проблема руководства стадиона. Они делают все для того, чтобы поле было в хорошем состоянии. Но это поле надо заносить в книгу рекордов Гиннесса. 51 год. Это можно сойти с ума. Больше такого я могу спорить даже не то, что в Украине, а в бывшем Советском Союзе нету. Ну, сегодня я в первую очередь хочу как бы поблагодарить тех болельщиков, которые купили билеты. Как бы во всем мире это уже давным-давно нормальное явление. У нас это сенсация, в Николаеве ввели билеты. И если бы вы просто читали, что мне пишут многие на страничке в Фейсбуке, ВКонтакте, они пишут, за что платить. А вы зарабатываете на конторах, вы играете на конторы, зарабатываете сотни тысяч долларов. А за что, зачем вам еще и билеты продавать? Ну, я просто был шокирован. Написал человек, который очень много лет проработал в руководстве МВД. Ну, может себе человек это позволить писать? Я сказал, если кто-либо, кто хочет, или из правоохранительных органов, или из людей, которые могут расследовать эти дела, человек, который докажет, что мы с Горняк Спорт отдали, или сыграли на контору, или участвовали в этих играх, я этому человеку подарю свою машину. Ну такой бред я еще не слышал. За что вам платить, вы и так зарабатываете. Кто там на чем зарабатывает? Просто настолько бесит. Вот я так чуть в сторону. Я просто хочу поблагодарить тех болельщиков, которые сегодня именно пришли, купили билеты, которые после игры радуются вместе с командой и подходят, говорят, что они это все видят, понимают, в каких мы условиях работаем. Вот таким хочется просто сказать спасибо. И мы с ними будем вместе подниматься по чуть-чуть
вверх резко мы не сможем, потому что нет у нас нормальных условий, никто к нам ехать не хочет. Я на прошлой неделе приглашал Диму Козьбана, который сейчас в Эресе, и Гуменюка, который в Тавре и Симферополь. Люди, которые уже сидели без работы, у них не было команд. Но ни один, ни второй не поблагодарили за приглашение и уехали в другие клубы. И пока к нам никто не приедет. Мы можем только брать тех, кого отчисляют где-то. Ну, поэтому приходится их учить, а учить это не за месяц, не за два. Это очень сложновато. А и учить негде. Нет нормальних условий для роботи. Вітаємо хлопців з першою перемогою та подивимось на усі результати п'ятого туру. Ильичевец обыграл Полтаву со счетом 3-1 и добыл свою пятую победу в сезоне. Верес забил 3 безответных мяча в ворота «Авангарда». Гелиос дома обыграл с минимальным счетом «Скалу». Также со счетом 1-0 Десна обыграла Буковину, но на выезде. Оболонь Сумы 3-2, Тернополь Колос 0-2, Черкасский Днепр Горняк Спорт 2-2, Нефтяник Ингулец 3-1. И турнирная таблица. Ильичевец первый с максимальным результатом. На 3 пункта отстает Верес, далее Гелиос 11 очков и команды, у которых по 10 пунктов – Колос, Десна, Оболонь. На 9-м месте расположилась Полтава – 7 очков. Николаев улучшил свою турнирную позицию и теперь 14-й, имея в активе 4 очка. Авангард и Тернополь замыкают турнирную таблицу. Наступного тижня на наших хлопців чекає непроста гра у Полтаві. Так що вболіваємо за наших. Вперед, Миколаїв!